читают, если она тебя пугает. Хороший рассказ. Если она тебя пугает, то лиски не пугают. А если она тебя улыбает, то сразу куда? Куда же пойти, девочки? Жаль домой. Их не было в саду. Никуда не пойдем. Не ругайтесь, а пожалуй, и убегайте, не а пожалуй. Вот такое у нас утро. А все они мне чинят туфельку. А все они чинят Даше туфельку. Молодец. Девчонки играют, мальчишки тоже. Кто-то собирается на день рождения, вот эта вот красивая девочка. А вот эта девочка повезло чуть меньше, она идет просто на занятия по танцам, да, дочка? Давай, садись. Сейчас мы еще поедем, цветочки купим. Я тебя открыла, я, по-моему. Нет? Почему Лере? Тебе. Стой. Я сказала. Да, что у меня как принцесса. Смотри, как самолет летит. Идем в магазин за яблоками. Я еще не иду к моей подруге. У меня еще день рождения в гости. Моя подруга Ева, а она, я к ней иду на день рождения. Ей исполняется 6 лет. Ого, какая взрослая. Да? Да. Пойдем. Вот она. Вот я хочу яблоки. На. Ты возьмешь маленькую корзиночку? Вот туда. Свай. Даша, вот туда. Вон она, Даша. Вот она маленькая. Вот это? Да. Стой. Подожди, ты уверена, что ты правильно взяла? Да, вот он белый. Давай возьму, который весь живой, вкусный. Давай. А, я хочу такой. Такой, ну ладно, раз ты не хотела, бери. И что мы надо взять? Вот это. Надо худеть, а мы там все едим. А, вот сюда. Вот, все, пошли. Пошли дети и мне сказали, что я красивая. А должны были, да? Да. Я хочу Еве купить еще один подарочек. Мне кажется, мы уже Еве много купили подарочек. Нет, мало. Мало? Звезда Ивановна у меня какая-то идет здесь. Тогда я выберу Еве еще. Ну, выбирай. А куда ты пошла? Выбирай-то здесь подарок. Выбирайте здесь подарок. Ну. Пойдем там посмотрим, там побольше игрушек. А, вот это. Хорошо, подарок хорошо возьми. Все, пошлите. Пойдем. А мы же, наверное, туда ждут все. Да? Да. Еву поздравлять будешь? Да. Ну, давай, заходи.
Иди, вручай подарок. Сейчас, подожди, стой. Стой, сейчас Ева придет. Иди, раздевайся пока. С праздником. Ходите сюда. Милаша, иди ко мне. Милашка, тебе тоже подарок. Мам, смотри, что тебе принесли. Загорится, не страшно? Ой, огнетушитель, давайте сразу. Ладошку ровно. Ладошку ровно, поворачивайся. Один, два, три. Молодец, кто здесь? Арсюша с Полиной и с соседями гуляют на улице. Арсюш, ты рикша? Давай тяни, девчонок. Доча! Сегодня, в общем, подружка Леркина, которая не была на дне рождения, у нее принесла подарок. Подарила ей вот такой вот набор для ее куклы. И кресло такое же, как у Польки. Или Даше дарили, по-моему, только другого цвета. В общем, мы решили устроить чаепитие. Сейчас я поеду за тортиком забирать Дашу и заодно заберу, возьму какое-то угощение, накрыть девчонкам на стол. Навожу порядок, потому что невозможно. Они целый день дома, и целый день тут толкучка, какие-то бумажки, рисовашки, книжки. Вот так у меня. Мальчик идет. Здравствуй, мальчик. Прямой? Нет. Что? Что, дочь? Мама! Что? Иди сюда. Так, только сюда не лезь. Так, у меня здесь цветы, пожалуйста, не толкай. Что? Здесь. Да, все, иди гуляй, гуляй. А можно? Ну, возьми свои самокаты, давай. Пока. 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 Все, давай. Хорошо. Мам, смотри на мой, подними. Ой, какой красивый шарик у тебя. Мама! Ах, как это... Ну, молодец, Даша, что я тебе могу сказать. Вон полетел. Все, до свидания, помаши рукой. Нет. Пока, пока. А пока, что? Пока, ну, беги за ним тогда, догоняй. Дашу. Я могу, он далеко. Пойдем. Давай, пойдем. Открой. Догоняй, да. Мопедик. Ой, это мопедик. А я умею. Мы будем с тобой там допеть. А ты будешь танцевать? Нет. Она будет на барабанах, видишь? Я вообще ничего не знаю. Ну, тогда придется дать с ним много уроков. Я буду танцевать все. Ладно. Нет, только не должны нам было бы вовсе, танцевать нельзя. Танцевать это круто, ты что? Танцевать. Представляешь, у всех группы будет музыкальная, а у вас еще и танцевальная. Угу. Ладно. А да, Настя? Только эта группа, только девчачья. Ага. Ну, да. Рома не приглашать. Конечно, нет. А кто такой Рома? Ни за что! Ни за что. Который называл меня пока любимая. А со мной на сборах был. А он спортсмен? Был хоккей был, я, знаете, у нас там база тренировок. Не база отдыха, как это называется, а база тренировок. Напомним его. Задрогни все. Ты его одежду домашнюю? Ничего, я тебе дам другую одежду. Давай. А, Ленка! Господи, ты... Все, я ему одеваю. Ты чё, папа? Он писает? Ленка, а тут нужно его одеть. Да пусть походит-то, ничего не видно. Так, Ленка, чё его? Папа, я умыла.
папам. Майк. Бедный мой мальчик, залила лето на тебя. Хорошенький какой. Это личико мыли. Вот такая, короче, просто небо и синий какой-то. Мальчик, пора уже. Давай, пойдем, я тебе другую дам одежду. Он пописал. Как вы ребенку относите? Как вы так, вот вас так мама носит за одну руку? Скажу, я плеванула. На меня рыгнул ребенок. У нас каникулы. И я мы... вот такого барашка себе взяла. А я Решку, как всегда. И мы с подружкой Арсения и Леры, Настей, едем в музей. Вон, снежок. Немножко попали в пробку. А мне нужна девочка. Ну, едем потихоньку. Вот там, вот сидим. И, конечно, мы едем без Даши и Полины, потому что они в садике. У меня две Ани, вот в портфеле Аня моя. И мы сегодня едем только таким составом. Маленький. Она хочет спать, Марашка. Марка отправили на кастинг, только что высадили. Надо снять. Вот. И едем. Нельзя снимать Алёшу, Маша. А я не могу достать. Вот такие. Так. Не надо ломать ничего. Дайте я достану. Арсюш. Пошлите. Набрали вот такое количество билетов во все залы. Сейчас пойдем сходим. Попить возьмем, да, Настя? И... На всей ночь стой! Так, хватит ругаться. И пойдем в музей. Пойдем. Сейчас, подождите, по очереди, ладно? Вот туда лезь. Нажимайте, вот туда сколько. Стоимость. Возьми, дальше. Арсений, ты просто торгун? Да, дальше, давайте. Ты просто вот так, да? Да. Я тоже делаю. Деньги! Давай, Настя. Вкусно? Да. Дай попробуем. У меня чупа-чупа. У меня вот, кстати. Детям книги вот такие вот у детей для школьников. Арсений взял для школьников и для дошкольников. И Настюш, покажи книгу для дошкольников. Вот. Тут задание по залам как раз из Дарвинского музея. Череп человека. Да, череп человека. Череп шимпанзе. Thank you.
лабораторию. Может, мы сделаем вас ДНК самостоятельно. Да. Да, я не могу. Да, давай. Смотри на монитор в течение минуты. Нет, ты стой и смотри, наверное. Рассматривайте, видите кору деревьев, Арсюш. Здесь написано, какое это дерево, сосна, видишь? Там, не знаю, что это, ель. Кто где живет? Передавайте мне карточки, я расскажу о растениях и животных. Послушай, ты не дочитал, смотри, берешь карточку. Черника. Типичный обитатель дорожных лесов. Лерка кормит саму. Надо правильным кормом накормить. Молодец. На сушу. Все, нельзя. Мало кислорода. А сюда можно было? Нет, нельзя было. Видите, подводный мир был. Да ладно тебе. Да, на земле было мало кислорода. Вот, видите, это под водой все было. Это я не знаю. Кто будет хозяином планеты? Млекопитающие или рептилии? Как вы думаете? Млекопитающие. Все, пошли. Это пасхальная выставка. Я люблю барашка. Едем домой. Анька. Мам, я люблю барашка. Люби барашка. А Настя лошадей. А я реборда. Эй! Ты поделай еще лошадей. Ой-ой-ой. А я хочу поспать. А я хочу передать. Мам, у моей овечки день рождения сегодня. Ей исполняется 1 год. Круто. Забежали конютки на пару минут. Арсений приехал. Сейчас мы сказали, что мы его перегоним. Но так как он едет впереди нас, мы не сможем его перегнать. Да, Полина? Да. Едем потихонечку за ним. А он, зараза, в сторону не отходит, мелкий. Ну и ладно. Пусть ему будет пряник. Положи это от Крокса, дочь. Это мое. Да. А это. Ну иди, я не буду снимать. Я сейчас видео перекидываю, хорошо? Да. Какие козявки там, у кого ты вытаскиваешь, дочь? Давай, снимаю. Попытка номер 5. Уже, давай. Да, давай. Давай. Держи только руки, хорошо? О, ну держись, ну поднимайся на ножки. Мам, вы что мне не такие маленькие купили? Это они мне маленькие. Нет, Марк, это тебе для профессиональной работы. Придется радоваться подарку. Радуйся, там что есть. У тебя палец дурацкий.